Ну давай, кулаки там просты. А, ты ВВК, Рухан, я понял. Серега какой-то, АДК. Ладно, чек. Держа. Ключа я запустил. Добро пожаловать, герой. Вы услышали призыв. Там первый психопан, второй вой, третий генерназер. Ставьте ауру на огонь и броню. Опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Слушайте, а мой рост розыгрыш не давали, кстати, третий раз, да? Нет. Правильно. Нет, я дал, ну, вот, сколько до берсы было? Кто не помнит, да? Соперников в багровом круге. Крепко, где там? Два пала, я понял. Шаманы, поставьте тотем просто на МП5, и все, хватит. Давайте рост. Забираю пыль. Олег, ты гильчат видишь, там повороте плюсует. Кем надо зайти? Демон на некороге, да? Ну, демон на некороге. Есть демон? Он уже есть. Заходи, кем хочешь. Только сейчас не девай спать, у нас будет. Югин на маму. Че, я левую, да? Давай, ты левую, правую, как мол. Сакру сами разбирайте на третьей фазе. Давай первую, я вторую. Сейчас будет плевок. Плевок умели в РДД зону. Можете подойти поближе к людям на отхил, короче. Заряжайте дебаф. Так. Сейчас главное нам не обосраться, не получить еще раз дебаф. Лучше выйдите все на рейндж. О. Дебафа нету. Хотя-то. Киньте первый пати ханта. Ну что, определенного игрока, кажется, кидает. Или в определенную зону, или как она там. Так что на рейндж надо становиться всем. Да, весь рейтинг будет ловить дебаф. Ну вот, на меня, кстати, кинулся этот дебаф, а я был сзади всего рейда и попало только на троих человек. Может, на троих кидают. Там рейндж большой, по-моему. Ну, если сейчас убьем бессмертей, можно и ДБ сделать. Главное, сакру давать правильно и хутать. Давай весь рейд перед откидыванием. Сейчас после дыхания он пойдет откидывать, надо быстренько захилить, прохотать, повесить баф 10% из урона от шамана. Да, ты показал 10 секунд, он уже раскидывает. Так, мырки-фырки, прожми тучку. Снимай вступление. Спасибо, что не пожал тучку. 9% хп.
Киливайте быстрее. Сотки давать будет. Пойдите через взрыв. Забывай. Скажите через взрыв. Прожимайте кожу свою в сиси. Только в банке. Оу. Вот, выживет он или нет. Выжил, но это был все равно красный. Тебе кажется. Да. Показалось. Тильт к автомате просто мол. Если бы был бы автомат, похоже. Главное сейчас не обосраться на последнем сокрушающем. Все чудовища! Так, чё, в ретрике? Так, чё, в ретрике? Или останемся? Или останемся? Опустил босса. Тактика для того, чтобы не умереть на этом боссе. Надо всем держать дистанцию, убегать с меткой пламя легиона, захиливать испепеление плоти. Задомоните, Олег, что это? Ну, извини, пожалуйста, я не буду больше так. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу. А, еще все зависит от диспейлеров. Если они будут диспейлить босса, то все будет хорошо. И от БДК, который перерывает каст боссу. Его надо в конце перерывать, а не в самом начале. Каст сбивать боссу надо в самом конце. Да, вот эта полоска истекает у него каста, а не в самом начале. Чтобы каст молнии как можно дольше оттянуть. Толик, ты кто? Дайте просто, чтобы перерывал боссу. По зузу ДК дайте каску, кулак, лапу. А нет, есть уже. Нифига, вам просто вы ж не умрете все равно. А вы можете еще раз остаться по рейнджу? Ой, блин, да? На самом деле плевать этот рейндж. Мы уже всегда на удачу это ДБ делали. Этот айрон прожимает копии до пула, чтобы агро сорвать, наверное. У меня 5-8. Просто это огромный ниш. Сейчас сбивай. О, правильно. Так, вратаж нам надо играть, вы помните. Потом в эту дурочку с пожаболи, лень, метка. Они сами попадают. Не. Так, череп хилим. Кто-то там первый сакру дает, а ну-ка, ники. Ой, пускай первый дает. Шпа. Ну а чё вы не убьете госпожу Боля, она мне косты сбивает. Айрон, глыбок прожми. Ладно, беги. Череп надо захилить. Так он будет испепеление плоти и моб рядом с ним, а уешный отбегаем сразу от него. Прожимаемся. Играйте в вулкан. А, ничего не появилось. Вулкан, сыграли, давай, сакру. Я вулкан сыграли, я здесь пылил. Так, череп надо захилить. Обдотали мобов всех. Сейчас будет из пламя легиона. Каз, сбивай. Так, череп хилим. До моба уешного убить. Тут у нас всех вайпнет. Столько они могут добить. Лонга выбегай.
Череп, хилим сейчас. Врата не бейте. Так, били, забывал лут поставить. Мы отходим от боссов, тотем убрать. Сейчас запущу босса. Так, чтобы сделать идеально ДБ, надо 6 танков, но можно и 4. А мы сегодня 4 прошли без вайпов. До нуба. Это называется удача. Так. Ну, маги могут спекнуться в фрост. Спек вынести на панельку щит маны, не использовать чарократ, тогда не умрете. Так, Зузу ДК, спекайся в танка. Ваня, Килька, спекайся в танка. Модвен, есть про товар? Нет танка. Фрост, шторм, есть танк? Ну ладно, тогда на удачу будем играть. Так, паладин. Психопанкс, держишь паладина. Ретрик, не перепутай только. ДК держит Войд. Пурика держит Деморонайзер. Зузу ДК держишь Ханта. Будем играть в звездочку. Рога. Теперь, Лень, твоя задача будет сидеть на кружке, сбивать каст. Ну там, как оно называется, ОЕшное. Все. Локи могут кинуть изгнание на друида, а там дальше будем смотреть. Сначала убиваем звезду. Держи. Сначала убиваем звезду, потом кружок, а там ситуативно. По хилам, скорее всего. Поле пала у нас нет в рейде, да? Давай квадрат будем иметь. А кто третий хил? Шаман, эрдруг, кто еще тут? Что-то такая. А, хули прист. Да, понял. Чтобы не умереть на этом боссе, надо дистанцию держать. Понимаете, ребята, дистанцию. Если на вас идет моб, надо от него бежать. Ваня, готов? Мальпич на дисплее. Чарам. Все готовы. Танки вперед. Играем звезду. Рога на кулон уйдет. Ну вот и ДП. Можно расслабиться теперь. Так, где твой труп, интересно? Сфукс. Справа от себя. Здесь ДК сейчас убьет. Ну, он должен прожиматься, тогда не будет умирать. А вот никто не сбивает косты. Давай в печенье посыграем. Я подошел, дал фир Холи Кресту, который хилил кружок. Топовый скилл, да? Так мало кто делает на сервере, у нас, наверное, процент 2. А, Шурик жмок. Ты контроль за демон. Дерево. Дай ему 4 фира.
И только потом изгнание. Три. У тебя вообще ничего не кастанет. Ну, я смотрю, там Эрдо ухилит себе спокойно. А вот фир кинули наконец-то. Давайте ханта убьем. Фурик бежит в рейд, на мне эфир. Жок будем играть. Чернями было в ответ. Вот он дальше, давайте квадрат. Все, не кидай изгнание, только фера. Надо уже кидать феры, как стоит на месте. Так, а завтра кто что будет собирать? Есть мысли, что такие? Сколько? Тут уже написано. Сейчас посмотрю. Понедельник, ой, воскресенье. Посланник, ДФБ. Что ты там мага танчит? Подводите его к рейту, что он там просто бегает. Ни хрена себе, просто 3 часа. Ого, серьезно, 3 часа это занимает? Пока сбор. В смысле сбор? Есть. Нету как такового старого. Все зашли в одно время. А беседка ВКонтакте есть какая-то там? Нет. Просто мне кажется, прямая это организация просто. Вообще, если в очередной раз он спрыгнет с этой херни, то я буду ставить всегда на воскресенье у людей. Да и финиш, ман. Ты имеешь в виду, если он... Беги, малышка, беги! Да, нормально у тебя. Вообще, как я вижу ситуацию, в лучшем случае собрать ДФБ, убить за 40 минут и пойти в льду, и все. Ага. Вот это охуенно будет. А потом часть ножки ЦВК еще собрать. Это будет вообще тема. А ты 25-ку льду во сколько хотел собирать? Там на 6 часов я поставил. Пустая и горькая победа. А, ну нормально. Я уже придумал. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны... Поднимайте армию, убирайте тотемы. Спекайся, спекайся. Жуткие валькиры. Крылатрика. Короля Лича. Кулак ходит, продайте еще потом. Когда эти маны рисуны? Ты можешь кулаки перебафить, они теряют, но ты идут. На того и добавь еще 50 ЕП за это похолодание. Похолодание? Я вроде писал, нет? У меня было вроде
А, это я приписываю. У вас тоже шлем погнулся? Давайте, а кто там? В описании канала. А кресты я бафал, да? Короче, сойдет, мне кажется, ладно. Наверное, да. Давайте берем темную сферу. Чек. Холодание, это же просто не это двигаться постоянно, это проходная чипка. Ну да, а мороз то же самое, зайти в лужу. И все очки простые, если судить по такой логике. Ладно, начинайте. Ну там мороз посложнее объяснить, чем похолодание. Что-то не получается. Это что-то легкое. Да, но не получается в итоге. Ну, не знаю, мы все перепутались, но не сразу. Меняем цвет. Светлый портал взяли, надо сбить каст. Убивайте. Становитесь возле темного портала, на всякий случай. Кто-нибудь знает лока с ником Frostlock? Он в гильдию просился как-то. Сегодня спрашивал. Зудака, ты с простой копьешь. Извини, я не увижу. Боже. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Шея роль, ты такой, те, кому она нужна. Вуди, как сделаем? Может, себе прото дадим? Ты прото дашь пополам, я кулак. Каска нам все равно мешает. Ну, что же, чем тебе прото? Да, налез. Мы вместе нанесем удар по цитаде. Потому что у тебя следит сман? Нет. Со мной ресманы от духовного созвучия идет. Нахрена это прото, я вообще не понимаю. А нам нужно сразу на боссов, какие у тебя... Сейчас надо говорить с боссом. Неубианцы воздвигли империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили... Где у тебя урона нету, там из-за хила нету, или там где ДЦ хилит, вот там у тебя мана садится. Можно еще одной ВК собрать, если хотите. Ты лут поменяй. Может, тут Ульдуар соберет? Ульдуар? Ну, Алгадона убить. Лол. Блять, кто такой сука умный? Че, Ульдуар, пиши ссылка 25 хп. Скоро час ночи, самое то будет. Ты что, долбоёб? Можно и ВК еще одну сходить, и все, наверное.
Вы там можете сходить. Чё, давай. Я слева тогда. Футбол, да, пошёл. Ну чё там? Чё там? ЗДК, гор, килька, банки. Держи. Держи. В принципе, да, можно за похолодание 50 тп, думаю, чтобы было красиво там 3-100 с получиванием. Что ждем? И кулак по хантам. 50 на голову. 30, давай, да, давай. Рогор, ты придешь? Женщина. 17 вообще, я ЕПМ, блин, давай. Кстати, на строкрылы забыл про дворфов написать. За дворфу по 10 ТП. Давайте без демона убьем, начинай. По 2 ИП за дворфа. Не, типа если 25 делаешь, то 250. Нормально, вкупе. Легко делается. Окей, будем каждый раз их делать. А, так вот, значит, не продолжим. Так он после ДФБ. 18.00, Void после ЦЛК. Это завтра, что ли? Что Void? Ну, написано. А, куда 25 слез, это когда? 18.00. Блин, вы так пишете прикольно. У нас шел, наверное, ладно, не важно. Остынь. Ты включил неистовство? Трэш активный, играйте там 5 мобов. Ну да, надо мобов убить тоже. А правда, что мобы не взрываются, если их завести на лёд? Ну, так и должно быть, но не работает здесь. Ты можешь прочитать дебаф, когда зайдешь в эту лужу, написано: не дает большинству существ закапываться. Играйте в жуков. Нормальная тема, нормальный баф. Но Сирус работал. Так это ж Сирус. Сирус более высокий. Твою гимну маму. Warcraft говно, читайте Ранафе. Еще одну партию жуков надо будет убить. Партия. Бейте все жуков. Да 60 рублей, там 15%. Хорошо.
Демона надо подхилить. Можете не отводить трэш, главное, чтобы он не сорвался и не кастанул. Давай сяку. Перед гимна отхил. Не надо? Да, 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 понял. Давай. Поем. Ну, может кто-то еще споет гимна отхил, давайте. Пристыть там давайте. Почти без смертей. ДБ, почти ДБ. Олег, а что это за плащ, ты говорил, туда падает? На локу. Это полное. Я не говорил про Лока. Что там упал какой-то плащ сундука или нет? Да. Да, ну танка. Танка, да? Роним.